И всем привет, с вами снова я, Великий Икснейк, и сегодня мы будем играть в новую игру SimCity Building. И это новая рубрика, присаживайтесь поудобнее и начинайте смотреть. Ну вот, нас уже приветствует мэр, добро пожаловать. Я тут нужно, походу, ввести свой возраст. Ну да. 10. Я прочитал и принимаю польское. Да, понимаю, прочитаю. Немного расскажу о игре. Это игра, где нужно строить город. Я считаю, что это игра с самой лучшей графикой такого типа. Пока что можно, в принципе, почитать тут советики, что здание можно с легкостью перемещать. Просто нажмите и удерживайте. Затем перетащите на новое место. Ну окей. Вот, можно пока картинку порассматривать. И вижу, что уже раздаются глаза. Это три воздушных шара красивых. С одной стороны небоскребы, с другой стороны небоскребы. Там вдали колесо обозрения, вроде бы корабль. Вот, нужно дорогу провести. Провели дорогу, молодцы мы. Так, теперь нужно жителей добавить. Ну, чтобы налоги платили. И не только, чтобы жили. Чтобы город красивее был. Так. Сейчас построим новое здание. Вот сейчас принесет все миллионы. Это чтобы уровень свой прокачивать своего города. И вот у нас первый жилой район есть. Строим склад стройматериалов. Так, сейчас делаем гвозди. Сейчас подожду немножко. Вот, отлично, мы сделали гвозди. Построим еще одно здание. Вот, чтобы его построить, гвозди потратим. Заодно я, наверное, пока новые еще сделаю. Здесь домов плюс вам 7 миллионов. Ну да. Так, просит электроэнергию. Хорошо. Выберу. Стоп. Угольная электростанция. Радиус загрязнений. Тут загрязнение есть. Окей. Трава электростанция. Тут нет загрязнения. 6 и 12. Тут больше. Ну и больше она и по размерам, но и дешевле. Что выбрать? Загрязнение... И побольше, или обычную, или поменьше. Думай. И, наверное, лучше позаботиться о экологии. Так, идеально свет пошел у нас. Класс. Так, теперь нужен металл. Радиус загрязнения. Понятненько. Фух, загрязнение вроде бы не попал на своих жителей. Партию металла. Вот один металл, вот второй металл. Могу еще. Может, еще сделаю металла. Могу модернизировать чей-то домик. Да, приносит миллионы. А, тут уже гвозди делаются, хорошо. Сейчас мы прокачаем наш жилой райончик. Квартальчик прокачаем. Вот, отлично. Теперь там дом такой покрасивее. Воду просят. Так. Окей, вот эту вот возьмем. Что это единственное, что вам пока что доступно. Поздравляем. Так. О, Дэниел. Мэр города за заливом. Окей, погостим. Сразу какой-то мегаполис крутой. Едем в соседний город. Ну, давайте. И сколько мы будем так ехать? Ну, пока что ничего необычного. Ого. Ничего необычного. Красивый город, красивый. У меня в продаже всегда есть товары. Ну окей, возьму это. Брать ли гвозди, они дорогие. Мне кажется, они дешевые, в принципе, сравнивая с тем, что мне сейчас. Мне кажется, они для предметов дорогие. Ну ладно, возьмем. Все, что зашли, возвращайтесь и завтра. Ну хорошо, возвращаемся в родной город.
Ясненько. Теперь, когда город заселили жители, наверняка нужно дать название. Давай. Как дать название? Ага. Черничный остров? Нет, не надо такое название. Лучше. Сити. Готово. Назвали город. Это так волнующий ваш город готов посреди первого административного здания. Ну окей. Так, что это таун-холл, окей. Ладно, дальше выбирайте сами. Продолжайте развивать город и радовать горожан. Так, могу кого-то прокачать. В принципе, неплохо. Начало уже положено. Скоро я сниму следующую часть. А пока на этом, к сожалению, все. Спасибо за просмотр видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока-пока.